Привет зрителям моего канала. У нас сейчас 7 часов утра, 26 марта. Я в лесу уже с полчаса. Накопал кучу пробок, 2 осколка, какие-то алюминиевые кусочки. В общем, здесь мусора полно. Это недалеко от края леса. Ну, попробую поискать, где много мусора. Может быть, будут находки. Потому что, когда уходили глубже в лес, вот туда, там особо находок и не было. То есть, целый день ходил я в прошлый раз, нашел несколько советов, штук 10, и все. Начну, значит, сегодня с края. И у меня первая находка. И это находка монета. И это советская монета. Ранний совет. 1 копейка. 1 копейка 34-го года. Более-менее нормальном сохране. Здесь везде будет песок. Ну, пока я здесь, где хожу. Так что и сохран должен быть тоже хороший. У меня интересная находка. Но была она сверху под листьями, так что, скорее всего, современная. А так, вообще, вначале подумал, что это серебро. Вот. Такое. Гермес. Накладочка была на что-то. Ну, это не серебро. Но вот тут легко загибается. Ну, такое неожиданное. Не находила ничего подобного. Отлично. Перекопал кучу пробок, осколков. Был в тех посадках, там прошел вдоль. Ну, километр так точно. Находок не было. И вот у меня монета. И снова совет. И снова 1 копейка. 1945, по-моему. Плохо видно. И был такой еще рядом сигнал. Это, скорее всего, еще один совет. Вот здесь, в этой куче. Сейчас я попробую пином найти. Сразу где-то. Ага. Это еще одна монета. Это еще одна монета. Это 10 копеек. Тоже 40-х годов. Хорошо, 2 монеты. Больше нет. Больше нет. И уже я в открытом лесу. С горками. Здесь такие горки, яры всякие. Искать удобно, и мусора не очень много. И у меня новая монета. И снова копейка. Копеечный день какой-то сегодня. Единственная разница, это то, что это поздний совет. 71-й год. Очередная монета у меня. И очередной совет. И очередная копейка. Это копейка поздние советы. По-моему, 74-й год. Или 64-й. Я уже обрадовался, был чистый, хороший сигнал, еще и глубокий. Еще и находка такая выпала, как монета, но это не монета, это закрутка, колпачок какой-то латуневый, тяжелый. Но не ценный. Не знаю, сколько уже проходил без находок. Наверное, 2 часа. Вот был и в посадках, и был там за посадками в лесу. И в тех ярах тоже ничего нету. И вот здесь вот переходил между посадками. Вот такой лесок, и у меня попался чистый сигнал. И первая классная находка у меня. Это империя. Это 3 копейки. 1900 года. Класс. Еще и сохран какой.
Отличная монетка. Отлично. Сейчас проверим на сигналы рядом здесь. Опа. А хороший сигнал. По-моему, их тут два. Нет, это один. Так. Пока что еще похожий сигнал такой же есть. Сейчас выкопаю и покажу. Так, выкопал. Вот здесь. Сейчас проверим пинпоинтером. Вот здесь. А вот так вот. Вот вам и находка. Это уже не империя. Это кусок алюминия. Вот так. К сожалению. Ладно. У меня очередная монетка. Это совет. 5 копеек. Ранний совет. Но плохо виден год. Видно, что 1930 какой-то там. У меня снова находки. Вот раскопал такую большую яму. Советы начали выпадать. Вот две монеты. Это 1 копейка 77-го, по-моему. И 10 копеек. Или 15. Не, 10. 10 копеек еще тоже поздний совет. И вот здесь еще, по-моему, еще одна. Сейчас попробую достать пинпоинтером. Есть еще одна. Отлично. Это уже, наверное, либо 15, либо 20. Но не такие поздние советы. Тут они как ржавые. Три монеты. Так. Больше нету. Все. Поиск закончен. По длительности был я практически 8 часов в поиске. Побывал в разных местах. И подведу итог. По находкам интересным. 10 монет, 9 советов и 1 империя. Империя, конечно, зачет. В хорошем сохране. Все видно, все просматривается. 3 копейки 1900 года. Вот эта штука. Очень жаль, что не серебро. День бы удался, конечно. И по находкам, которые не показывал. Здесь у меня гильзы, пули всякие там медные. Вот кусочки чего-то там. Вот еще. Или латунные. Маленькая пуговичка старая. Вот эту гайку я показывал. Это что-то военное, может быть. В общем, сигналов было много. Я не скучал. Накопался. Отдохнул. Конечно, сейчас замечательная погода. Градусов 15 тепла. Отличный весенний день. Начинают распускаться уже почки. Уже листики зеленые. В общем, все замечательно. Даже не хочется уходить из леса. Хоть и устал, конечно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!